Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Парашютно-лыжные двоеборья выиграли представители 63-го региона. Иван Матюшенко – 10-кратный чемпион страны по армрестлингу. В подмосковном Раменском на чемпионате страны по армрестлингу не было равных. Ивану Матюшенко супертяжеловес категории 110 килограммов выиграл спарринги как на правой, так и на левой руках. Заслуженный мастер спорта заработал максимальное количество очков 50 и завоевал 10-ю золотую медаль национального чемпионата. Серебро у питерского борца Артема Георгиева, бронза у белгородского спортсмена Максима Полупанова. По итогам турнира самарец поедет в мае на чемпионат Европы, а в октябре на чемпионат мира. В Магнитогорске завершился чемпионат России по парашютно-горнолыжному двоеборью, и в этом оригинальном виде спорта самарские атлеты показали класс. В личном зачете золотая медаль у Алексея Буренина, серебро еще у одного армейца Антона Филиппова. В командном зачете сборная Самарской области с большим преимуществом по набранным очкам почти 100 завоевала первое место национального первенства. Пермь на втором месте, Новосибирск на третьем. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.